Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру, называем Borderlands 2, да-да-да, Borderlands 2. А, как мне загорело от прошлой серии, жопа, просто бегали по этому чертову вокруг этого места, но мы не нашли проход все равно сюда наверх, и я не знаю, как туда попасть. Ладно, не суть важно. Продаем, это дело продаем. Да. И просто бежим. Я не думаю, что они типа меня разнесут, хотя бы какой-то урон мне нанесут. Нам нужно прибежать на корабль. Хотя какого-то уровня. Ап, четвертого уровня. Вы меня хотя бы пробьете? Пробьют. Не пробивают. У меня щит хотя прокачан, поэтому я быстро отрегениваюсь. Да. Проверяйте, убиваете. Снова два брата. Я не собираюсь с ними драться. Поэтому я просто бегу дальше. Нам нужно наверх его отвезти, да? Отвезти спичку на корабль. На этот огромный корабль. Давайте с пистолетом, так будет, думаю, быстрее. Ни хрена, Эридий! Какой шанс вообще выпадения Иридия из этих врагов? Мне интересно. Да, я понял, что мне на самый верх нужно корабля его отвезти. Туда еще дойти нужно. Так как мы бежим, проблем не будет. Зигзагом только нужно бегать. Чтобы я успевал отрегениться. Просто время потратил только что на его убийство. Ладно, давайте по низу, так уж быть. Блин, ну вы даже мне ни хера не даете. Смысл мне вас убивать? Даже ни опыта, даже ни одной экспинки. Ну вы хотите, чтобы я на вас тратился, да? О, мусорка. Так, все, будем просто бегать, укрываться, чтобы отхилиться, да и все, и бежать дальше. О, тихо. Здесь рычага нет, черт, придется бежать вручную. Так, ну босс меня уже ждет наверху, я вижу. Босс меня уже ждет наверху. Бежим.
Да, так бы я сейчас бы вообще сдох. Я прибежал. Так. Знаешь, если эти ребята просто сжигают друг друга смеха ради, то нам нечего о них беспокоиться. Лучше бы так оно и было. Так, давай, челик. Панели управления сжигателем и не знаю, дай ему то, чего он хочет. Окей, где это? С ума сойти. Да вообще жопа. Так, ладно, убьем босса. Забираем, что он уронил. Прыгиваем. Прыгиваем. А, не, все-таки мне урон не наносится от падения. Так, сейчас сундук заберем, потом ниже спрыгнем. Ух ты! Здрасте, 228. Никого не спросим. Не знаю, раньше за падение урон наносился. Я не вижу смысла с ними драться, потому что, ну блин, мне все равно ж не дадут ничего. Типа ХП все равно мне восстановится. Когда щит будет полный. Сожгли бедного спичком. Сейчас наверх там поднимусь, закидаю. Там ваншот, скорее всего, да и все. Челик труп. Так, давайте сразу next задание. А, ущелье отмороженных, ладно, сбегаем туда. Как же много урона. Как же много урона. Видите, от этого босса, в принципе, можно сбежать и не драться с ним. Я вот туда хочу сходить, посмотреть, что там. Там, по сути, что-то да и есть. Вот что. Я даже их не убил, понимаете? Пистолет. То с чем-то урона. Блин, ну в принципе здесь, наверное, крита нету на пистолете. Поэтому. Такое. Побегушки, побегушки, но у нас задание все равно малого уровня. Хотя у нас уровень уже довольно хороший. Так. Нужный шельф. Ущелье отмороженных. Потом нужно будет к этой Танис, да, вернуться. Типа, сдать здесь задание. Так. Все равно не понимаю, как туда забраться. По идее, как-то туда можно, где закрытая область у нас.
Ну что-то ни туда, ни сюда. Спасибо, факел. Скоро мы присоединимся к спичке. Воспламенение приближается. Что-что? Настал час воспламенения, юный факел. Пора пожертвовать язычников нашей пламенеющей матери. Ясненько. Давайте тогда... сначала в город сбегаем. Отсюда я поджечь не смогу? Интересно. Нет, ладно. Хотя бы врагов нету. Запускай камер! Я буду считать каждую секунду, проведенную с тобой! Хорошо поработал, факел. Когда воспламенение завершится, огненный ястреб воздаст нам за труды наши. Ну, скорее всего, Эриди дается только за убийство в ближнем бою. Феникс, факел. Так, и последний здесь остается. Ну, хотя бы недалеко бежать, ладно. Начнем человеческое жертвоприношение. Да, это звучит весьма мрачно. Просто иди к этому воспламенению. Если дела пойдут плохо, я явлюсь им. Осторожно. Теперь мне нужно вот так оббегать заново в этот город. Круто. Листой. Я могу, в принципе, через низ, но... тут такой круг придется наворачивать жесткий. Нахер надо. Мы сейчас сюда добежим. Там спрыгнем. Просто будем бежать. По сути, враги еще не восстановились. Они не успели восстановиться, поэтому нормально. Нормально все сделаем. Все как нужно. Нет врагов, бежим, значит. Значит, не зря я в прошлой серии зачистил эту зону. Сейчас такой, ага, и хер тебе, и заново враги появляются. Да. А, ну я ж тогда этих не убил тогда. Это нормально. Я тогда этих типов не убил. Дойдет. А туда все равно не понимаю, как мне забраться. То есть мы всю локацию с вами обошли, но так туда проход не нашли. Может, мне откроется, когда я убью типа вот этого босса, если это босс. Ну типа мы вызовем кого-то, да? Пойти на последний костер. Если тогда мы убили тому, кому они поклонятся, теперь мы запустим последний костер, мы подожгли каких-то огромных фениксов. Я серьезно не удивлюсь. Так, я ж правильно бегу? Правильно. Я не удивлюсь, если здесь какие-то будут... такие боссы. О, костерчик. Все, хватит, ты пострелял. Ты отлично справился. А теперь дерни этот рычаг и начни воспламенять. О, стой, там внутри кто-то есть. Я не хочу умирать. Береги глаза, убийца, я иду.
наша богиня явилась, и она весьма разочарована. Искатель хранилища, я забираю этих людей назад в убежище. А ты пока накажи этих мерзавцев. Это неправда! Не слушайте, братья! Наш новый факел! Готово. Все? Или мне нужно всех убить их? Этот разносит. Оставила жертву назад в убежище. Расправа с тех не прошла великолепно. Что тебе сказать? Да, поклонитесь искателю хранилища. Да, поклонитесь искателю хранилища. Надо возвращайся. Теперь типа не мне, да, поклоняется, я понял. Ну, это нормально, я думаю. Тихо, дробовик. Бам. Бам. Побежали. Теперь считайте, мы стали божеством. Так, а теперь у меня развилочка, да? А, ну, подождите, а смысл? Го, обратно. Хотя, ну там все равно сейчас прибежим. А, посрать. Понятно. Тогда да, нам придется сейчас бежать так, как мы сюда пришли. Вот опять вот эти серии, знаете, типа побегушек, блин, я не знаю. Слишком много у нас серий в основном выходит побегушек. Особенно сейчас. Лучше шел бы по сюжетке. Получил до хера бы доп миссий обычных. Пачками их понабирал бы, да, и сдал. За один заход. Угу, убегаем. Вот как ты попадаешь, блин, я не знаю, я ж косо бегу. Наискость. Кос, наискость. Не попадаешь. Так, теперь. Сюда поворачиваем. Все равно для меня остается загадкой, как попасть туда. Не, можно, конечно, проследить, куда оно ведет, но... маловероятно, что мне даст какие-то результаты. Маловероятно, что даст какие-то хоть результаты. Высокое качество, низкие цены, никаких гарантий. Теперь твои странствия станут безопаснее. В принципе, очень хороший прицел, но нет. Нет, 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 нет. Денег за товар. Фу-фу-фу. Так, точно. Вечная память. Ну, смотрите, это уже хотя бы задание такого уровня, моего. Угу. Природа водораздел. Тебе доводилось подстраивать свою смерть? Это не так-то просто. Пару лет назад я попыталась это сделать, чтобы сбить со следа Гиперион. Но один бандит, видимо, следил за мной. Он все расскажет Гипериону, если ты не уберешь его. Изи. Хорошо. Три рога — это у нас начальная локация. Вторая, да? Когда мы уже на корабле приплыли. Сейчас сделаем все. Ой, сейчас машину должны дать нам. Стоять. Машина, 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 машина. Говорят, что скутер самый шустрый из мужиков. Тачка мать. Так, хорошо, сейчас быстренько пролетаем по дороге. Кстати, мы уже здесь. Че, вы готовы? Thank you.
Риди. А выронил. Тут много кто выронил. Гиперион настроен скептически. После освобождения новой гавани смерть разбойницы Лилит была подтверждена. Мы должны изучить ваши видеоматериалы, прежде чем заплатить. Оставьте данные в указанных тайниках. Найди эти эхо, убийца. Если Гиперион узнает, что я жива и работаю с алыми налетчиками, события новой гавани могут повториться. Добро. Добро. Найти эхо. Давай. Хорош. Так, пистолетик быстро рыщем здесь, ищем. Там? Нет. Домики. Смотрите, довольно прикольно, что я Риди попадал с трех врагов сразу. Интересно, можно ли это как-то прокачать? Чтоб у нас Риди часто выпадал. Найдите эхо. Где мне искать? Я здесь уже все просмотрел, как бы. Там. Может, он все-таки там был? А, ну-ка. Да нету. А где мне искать вало? Найдите. Ну отметьте, где он. Я приехал на точку. А, бесит. Да поищи, побегай, поищи, где оно, может за этим. О, нашел. Тихо. Нашел. Мне нравится это место. Гиперион тебя здесь не найдет. Спасибо. Я пыталась сделать его как можно... ужаснее? Я хотела сказать. Давайте вниз. Давайте нет, гу... на центр. Ты развесил у входа обугленные трупы бандитов. Трупы тоже могут создавать уют. Помню, как было у нас в Новой Гавани до того, как... Мне пора. Молодец, Лилит. Уступи дорогу! Где следующее? Нет, не там. О, вижу. Так. Что у тебя случилось? Я расплавила одного парня. Что? Я вышла поохотиться и нашла немного Иридия. И один из сектантов увидел меня. Я погналась за ним и схватила, а он просто... расплавился? Это было круто. Не знаю, то ли... блядь. Эти хранилища, то ли потому, что я сирена, то ли все вместе. Ну и Ризи. Обалденная штука. Ты очень бледная. Да, я пару раз теряла сознание, но это круто. Отойди!
Хорошо, но почему ты не отправила эхо? Зачем звать меня сюда? Это лишний риск. Гибрион может узнать, что ты работаешь с алыми налетчиками. Ну, потому что ты... Как у тебя? Дела? Мне пора. Ладно. Так, дальше здесь, да, где-то? Если что, мы как раз сейчас все пропададим. Место есть, а где находится нет. Нету идей. А я где-то здесь должен валяться. Найти третье эхо. Может, он ниже там, где мордоплюю? А не, вот. Джек просто бросил их замерзать в снегу. Налетчикам не помешала бы твоя помощь. Тебе нужно найти их. А, еще один искатель хранилища. Я попробую связаться с ними по эхо, по пути назад в убежище. Хорошо. Все, можешь идти. Что? Я только что пришел. Я немного занята войной, которую веду в одиночку со всеми бандитами тундры, чтобы ты мог заняться Джеком. Но если ты пришел потусить, я могу плюнуть на все эти дела с огненным ястребом, и пусть кровомесы захватывают убежище. Нет, ты права, конечно. Ты уверен? Я могу приготовить какао, мы можем поговорить о парнях. Я свяжусь с тобой, когда найду искателя хранилища. Извини за... Извини. Да, хорошо, дальше. Астральные путешествия. Притвориться не так. Вот как это делается. Так, Южный Шелев. Сейчас мы быстро пробежимся с вами. Я продам вещички, которые мне, в принципе, не нужны. И можно дальше идти по заданиям. Как раз там будет телепорт и все такое. Угу. Получается, у нас три уже задания, где я могу сдать в одной точке. Скорее, мне кажется, что мне еще задания понакидают. Что я поздаю и заново. Блин, я еще не апнулся, камон. У меня в начале было половину, хотя или я апнулся. Это было, кажется, в прошлой серии я апнулся. А вот это что, нихера. 36 тысяч на данном счету у нас. На данный момент. Мне нужно, чтобы у меня было 50 тысяч, и тогда я получу еще одно достижение. Накопить 50 тысяч. Так. Поехали. Низкие цены, никаких гарантий. Готово. Ага, вот так, да? Бастион кровомесов. Ага, классно. Так, помочь грузчику, это хорошо, это потом мы сделаем. Тундра Эспресс, ладно, погнали в убежище. Убежище. Сейчас позовем задание и, в принципе, будем заканчивать. Потому что там у нас плюс, скорее всего, новая локация, и мы продолжим там, где грузчики. Да. Да. Побежали. Танец, может, ты мне откроешь потайник? Жаль, мутантов нельзя приручить. Они могли бы стать ценными союзниками. Ну-ка, хорошо. Так, инвентарь, что ты мне дала? Кислоту. Значит, это мы оставляем. Может быть, пригодится. Скорее всего, пригодится, я думаю. Долбаные секты! Он возрождается с пепла. Так, вот. Воскреснет из пепла. Может, типа, когда я второе дыхание получаю, типа, убиваю огнем. Пока заряд на нуле. Так, первичный восхожу огнем волны. Перед автономным использованием так волны нужно подзарядить щит до максимума. В принципе, так посмотри, щит классный. Урон 600. Вот и все. Приятно видеть искателя хранилища, у которого нет дырки в голове. Постарайся не словить пулю, ладно? Готово.
Так, щит. Ну, смотрите, ну, блин, там быстрее этот. Это нахер мне нужен? Продам. Какую заберем этот? Нашу эту пушку. Да. Здесь все равно нельзя крафтить пушки, как в прошлой серии. Голову упал. Сейчас как раз посмотрим, что это за облик. Зачем выбирать мертвых, если можно купить пушку у меня? Ладно, плевать. Ну, может, и дробовик продадим. Будет. Не, ну если будет босс в виде робота, тогда пускай лучше будет. Так, облик. Я понимаю, что вот это у меня залаги, что на моем теле вот эти как микросхемы какие-то. Так, что у нас по Эридию? 22. Ништяк. Выбирай уже! Время, деньги! Особенно мое! Так, за 50, ну за 50 я не уверен. Давайте снайперку будем прокачивать дальше. Сколько у меня вместимости? 27. Посмотрим. В принципе, мы можем с вами поиграть. Ни хрена ты стоишь 235! А немного ли? Немного ли, немного ли, немного ли? А, ну хотя деньги тоже дают нормально. Хер его знает. Сейчас посмотрим. Мы не окупились. Один. Бам. Но деньги тратятся очень быстро. 108. 205. Нет. Нет, нет, нет. Уже такой есть. Хорошо, давайте, короче, продадим. Мы будем заканчивать серию, потому что у нас уже как раз и время подходит к концу. Поэтому... В следующей серии мы... Я в следующей серии начну там, где грузчик. Да, где у тебя враги. Добро пожаловать в портативную клинику доктора Зеда. Чем в принципе, все в таком духе. Пока. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем удачи, ребята. Всем пока.